Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей. И мы снова играем в House Flipper, как всегда моя халупа. Вся какая-то ободранная. Нету времени, надо выполнять заказы. Так, что у нас тут по заказам? Газон и бассейн. Ксауэрвольский. Давайте посмотрим, что это. Привет, любезно. Я не был дома немного, и хорошо, это переросло. У меня нет времени, чтобы косить, особенно, что мой участок большой, поэтому я буду рад получить эту задачу. Кроме того, я мечтаю о таком приличном бассейне в саду. Пожалуйста, разместите его возле террасы. Спасибо, Ксаверы Вольские. Ну, давайте посмотрим, что такое домик. Какой классный домик, а? О, газонокосилка. Угу. Наконец-то не стримером этим делать глупым. Новый инструмент доступен. Отныне вы можете использовать косилку. Выберите его. Меню инструмента. Используйте клавишу Е. Указатель станочки показывает текущую скорость, которую вы можете изменить, прокрутив. Класс. Так, ну чё? Ничего не могу разместить. Ну, разместил. Ладно, по-моему, подкосим.
ну да, конечно. Вообще летает. За ней там, наверное, бежит там, боконоги сзади. Что за машина такая? На Ауди чем-то похоже. Не, вот так комфортно косить. Пустили. Вообще прикольно. Наконец-то добавили газонокосилочку. Большую. Стримером бегать, подкашивать. Не докосил. Подровняем. Так, здесь мы... А, вот здесь еще. Подровняем все. Я даже туда проехать не могу. Так, ладно, там триммером все. Сфигачим. Ну, колесико у меня отсыпается и все. Соответственно, дальше мы никак. Так, ну что, газонокосилка тогда. Все, так понял. Все пропало. Так, сейчас с триммером будем равнять. Газонокосилку уже не достать. Ну, обычно вообще около деревьев фундаменты дома триммером уже проходят. Ну что там застрял? В принципе, горозон не кошеный, но не потрепанный. Нормальный. А туда это были дома там какой-то вытерный. Кулаками. Тут даже что скосило? Угу. Не, ну на большие участки, которые будут, ну как вот сейчас, допустим, газонокосилка вообще
очень, кстати. Дома подкосим. Так. Так, ну что, теперь все. Так, все сейчас подровняем еще. Может, где осталось. Так, смотрим. Все хорошо. Что здесь? А, не знаю. Бассейн он тут хочет, да? Так, ну что, в принципе, то газон постригли. Красивенько так получилось. Ага, не все. А я показываю, что все. А я вижу, что еще не все даже. И все. Так, ладно. Здесь ему ничего не нужно. Да? Тут на этом участочке он хочет себе бассейн. Так, бассейн на заднем дворе, еще и деревянные лежат две штуки. Да сейчас не проблема. Так, где у нас могут... Так, забор, архитектура, досуг, наверное. Давайте проще бассейн. Так, на английском что-то. А какой ему? Интересно. Бассейн большой, бассейн свим, бассейн андервотер. Прямой. Какой тебе бассейн-то надо? Сейчас я куплю не то. Это, наверное, большой какой-нибудь. Большой 105. Детский. А это что? Может, он такой хочет себе? Так, дом у нас такой. Я думаю, косплиточку. Он, наверное, такой хочет. Бассейн. Да? Как бы так посмотреть. Так, золото. Так, понимаю. Как-то так. Ну что, пошли копать большую ямку для него. Что, все? Выкопал? Быстро что-то. А это что за косяк? Как-то. Да. Что еще? А, запомнил.
только это не тот бассейн, который он хотел. И что делать? Я потратил 1000, блин. А какой ты хотел бассейн? Чувак. Не то, да? Ну ты сволочь. Опять надо уточнять, какой тебе нужен бассейн на заднем дворе. Ну поставим, давайте простенький тогда. Блин, скотина какая. Только зря потратил. Ну бассейн большой. Такой и нужен был. Нет? Не то? Ты прикалываешься? Опять говорит не то. А какой? Тебе грёбаный бассейн нужен. 5.27, а сколько купил? Особо. Я ничего не потерял. Так. Экспериментируем дальше. Какой можете бассейн? Опять не то. Ну ты что, издеваешься, что ли? Чувак реально не снимается. Иди нахер. Говорю, иди нахер. Так. Тоже не тут. А какой тебе бассейн нужен? Не так его разместил. Растение? Ёпара! Что это такое за растение? Точно растение? Посади растение в бассейн. А есть такое растение? Так. Написано растение.
Я не знаю, что он имеет в виду. Ну, давайте такого поставим. Стойте так, не? А такой вот. Тоже не качает? Я не знаю, что тебе за бассейн нужен. Деревянный лежак, давайте поставим. Я на лежаку канал. Бассейн на заднем дворе. Что это? Он имеет в виду. Я все бассейны перепробовал, ничего не получается. Забор расти досуг. А где вообще бассейн? Декор нет. Вот бассейн один, вот бассейн другой. Какой тебе бассейн? Водоем. Ого. Такой, такой, еще такой. Не. Бля, что это за херня такая? Это баг или что это? Бля, вообще не понимаю. Заказа 80%. Я не знаю, что за бассейн. Но это тоже не то. 55. Теряю папки, блин. Это не то ему. Видите ли, это тоже не то. Тоже не то.
закончим заказ так, что я вообще не знаю, что ему за бассейн нужен. Вот все виды бассейнов. Такой еще есть. Хочешь? На. Не надо. 5.85. Баком вошелся. Опа. Я потерял почти 2 бакса. Да, 2 евро. Я не знаю, что ему за бассейн нужен. Я ему такой ставлю. Такой, блин, такой даже. Все не то. Да, последний раз ему сейчас ставим бассейн. Идем. Ты смотри-ка, угадал. Бульк. Типа он хотел под цвет дома, что ли? Все, огонь. Мы выполнили задание на 100%. Вообще. Красава, да? Правда, там потратили половину с этого. Не знаю, если переводчики переводят бассейн, то надо как-то более понятней. Там у них разные еще виды. Вот это как бы, ну ладно. В принципе, угадали, так все поставили, ему все понравилось. Все, на этом закончим заказ. Получим бабло. Часть, конечно, мы там потратили лишнего. Ну ты ладно. Так, короче, закончим на этом такую небольшую серию. В принципе, классный получился бассейн. Мне тоже такого хотел, не отказался. Ладно, закончим на этом серию. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Все, всем спасибо за просмотр. Все, пока-пока.